Христианство – это та религия, которая утверждает, что вера в Бога – это дело свободы. Что мы должны делать в отношении своих близких, друзей, кого угодно? Мы должны показать, что такое христианство, призвать, но производить какое-то насилие, заставлять во что бы то ни стало – это противоестественно. Надо же помнить одно – разве Христос не мог бы стать императором Римской империи? Разве не мог бы Он установить самые справедливые законы, какие только можно придумать? Разве не мог бы Он заставить всех стать христианами? В конце концов, ладно. В конце концов, если Он Бог, что Он был должен, мог бы сделать? Схватить всех нас за шиворот и в Царство Божие. И сидите здесь. Какое неразумие и глупость. Там, где мы пытаемся силой заставить, убеждением надо. Убеждением. Правда, пока совсем еще очень маленький возраст, когда человек еще ничего не понимает, его надо приучать, конечно, к этой атмосфере веры, атмосфере храма, атмосфере религии. Это верно. Но нужно помнить очень важно одно положение. В Библии есть такие строки, по-славянски приведу, потому что очень красиво это звучит. Мед, то есть мед, мед обред. Найдя, яжть ешь умеренно, да никак у пресыщен изблюеши. Понятно? Вот так. Так что нужно быть очень осторожным, чтобы насилием не вызвать такой противоположной реакции, что человек потом, вы его таскаете лет до 10-12 в храм насильно, а потом ему становится 15, он на пушечный выстрел не подойдет затем к храму. Убеждение необходимо. Но убеждение какое? Какое? Объяснение, отвечать на вопросы. Видите, в чем дело? Мы не хотим учиться. Не понимаем, как ответить ребенку на вопрос. Спросите, идите к священнику. Батюшка, скажите, как мне ответить ребенку? Он спрашивает. То есть, если мы сами, родители, не будем учиться, и знать, как отвечать на вопросы, и не будем стремиться перед лицом своих детей жить по-христиански, то никакой внешней силой мы своих детей христианами не сделаем. Ой, надо быть очень осторожным и разумным в этом отношении.